Доброе утро, Раванье. Доброе утро, Алена. Доброе утро, Раванье. Доброе утро, Алена. А, как вы красиво исполнили мое имя. Я аж покраснела. Доброе утро, ребята, вам. Доброе, доброе. Дорогие друзья, сижу, смущаюсь, не могу. У меня в гостях творческие ребята нашего города, Городовск-Каменогорска, исполнители, битбоксеры Тимур Тураров и Дашсан Киншимбаев. Рада вас приветствовать. Мы рады тоже. Расскажите мне о себе, пожалуйста, как давно вы занимаетесь творчеством, в каком формате все-таки исполняете, у вас такой интересный тембр голоса, такие вот эти вот мелизмы, я прям слышу. Мы уже как бы в детство, как бы я люблю музыку, Тимур тоже любит музыку, как бы детство слушаем. И я как бы, например, битбокс, мы битбоксу научились, вот как бы, когда в школьные времена учились, YouTube, например, был в канале, канал YouTube. И там, короче, учились, всяких битбоксеров слушали и, короче, сами учились. Потом в университет поступили, там Тимура встретил своего друга, вот уже, уже 3 года как бы уже вместе совместную как бы команду битбокс делаем. А ваша команда как-то называется? Возможно, да, да. Найти где-то вашу группу на просторах интернета? Да, называется Brazy Beat. Вот, то есть это группа прям битбокс для битбокса. А на гитаре мы в основном там не играем, только битбоксом поем, там вот. Называется Brazy Beat. Да, свежие круто. Биты. Свежие биты, в первую очередь. Типа. Очень круто. А скажите мне, пожалуйста, где вы, например, в городе выступаете? Вы уже известны? Да, мы выступали. Мы с первого курса прямо выступили в университете. Ну, сначала там «Таланты Казу» было, первокурсников, мы там выступили. Потом, получается, «Студвесна», областная «Студвесна», городская. На площади выступали даже очень хорошо. И нас стали узнавать на улице. Mm-hmm, здорово. А ролики свои выкладываете куда-нибудь в YouTube, да. Просмотры? В Инстаграме, в Ютубе есть, да. Подписчиков у вас много, мне всегда интересно. 13 тысяч. 13 тысяч? Ну, нормально. Мне кажется, это прям такое очень хорошее число подписчиков, потому что все-таки популярность уже есть. А наверняка кто-то из ваших, может быть, поклонников, может быть, ваших родственников и друзей сейчас смотрит этот прямой эфир. Поэтому, конечно же, не стесняйтесь, смело передавайте им приветы. Ага. И, может быть, перейдем сразу к творчеству, исполните нам какую-нибудь песню, и мы пообщаемся с вами. Ладно. Хорошо. Мы исполним попурри, это так, взяли по кусочку по из песен. Let's go, как говорится. Yes. Ярко я закрываю веки, не помогает. Я кладу ладони на лицо. Перепутанные взгляды наши. Ничего я не хочу менять. В истерике кружилась мама Валя. На заднем фоне замер папа Толя. В радиусе метров воцарился жесточайший. Когда всем понятно стало, сын остался без диплома. Слово пацана не понять тому, кто не бежал от местных. С перебитым носом пьяный по дворам нужно расстаться нам. Но на время, значит, ненадолго. Может, на неделю, но точно не навсегда. И не звони на телефон за неоплату, он отключен. Знаешь, в жизни бывает и не такой загон. Закон джунглей моих лишь делом меньше слов. Знаешь, я даже не парю, совет вам да любовь.
Браво, 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 молодцы. Очень здорово, очень зажигательно. Поднимает неимоверное настроение. Нравятся мне ваши голоса и нравится то, как вы себя подаете. Я желаю вам, конечно же, больших творческих успехов, чтобы все у вас получалось. Ну, давайте остановимся на том, как все-таки вот вас кто-нибудь поддерживает в этом городе? Как удается реализовать себя? Поддерживаю, да. У нас много друзей, которые говорят, типа, надо куда-то идти, продвигаться, выступать где-то. Ну, и мы, как получается, выступаем, куда зовут, как бы куда не зовут, даже идем. Вот. Мы в основном сидим у Льва Гагарина там на аллее, на гитаре играем. У нас, да, вот каждый вечер, да. Просто каждый вечер еще подходит. Еще приходите на бульвар аллей, там будем играть. Вот так можно в городе просто вечером прийти и окунуться, да, в такую творческую тусовку, в творческую атмосферу. А на гитаре вы когда играете, вы просто для души или, может быть, ну, например, как в некоторых городах, да, на Арбате, кладется шляпка и проходящие бросают туда мелочь. Вам это не нужно. Нет, нравится, делаем. Угу. Ну, а какая-нибудь финансовая поддержка все равно может быть нужна? Нужна, да, но бывают люди там на свадьбу приглашают, типа, выступите вот столько-то, а так нет, не было, чтобы сидели. Хорошо, а, так сказать, ваш райдер, он на сегодняшний день высок? Ну, как сказать? Если что, ну, не знаю, мы еще не знаем, мы всегда сами выступаем. Да. Просто, получается, по договоренности. Да, да. Хорошо, расскажите мне вообще, почему именно музыка? Почему с музыкой решили связать свою жизнь? Я так понимаю, что это не очень давно произошло, если вы как 3 года назад только образовали вот этот тандем. Получается, я на гитаре вообще играю с детства. Мне папа дал гитару, спасибо ему. Была советская гитара, он мне в 6 лет ее дал, говорит, наиграй. Вот спасибо ему, я начал играть, и вот я уже только 15 лет, получается, играю. Ну, там, с перерывами, конечно, но... А вот именно мы познакомились с ним вот 3 года назад и битбоксом. А до этого, получается, я не пел нигде, просто я сидел и играл на гитаре. Вот. Хорошо, у вас? Ну, я только битбокс умел. Ну, до этого в школьные времена... я это, чат-рулет, знаете, ток-шоу такое, тоже в Ютубе канал есть, там снимал. Ну, такая малая популярность была в Казахстане, смотрели некоторые. Ну, потом битбокс, потом... А у нас битбоксеров вообще в городе много? А насколько популярно вот это вот течение и сложно ли его освоить? Может, покажете нам какие-нибудь азы, какие нужно делать такие, не знаю, базовые какие-то вещи там губами, языком, что нужно творить? Ну, самое вот легкое, вот, например, просто скажите «б». «Б». А теперь звук и прийти, скажите что? Вот так это самое легкое. БП. Да. Ага. А еще, может быть, какие-то интересные такие моменты, сложности технические? Ну, разные звуки там. Например, всегда мы используем такие... Самое сложное, это когда ты, например, выступаешь где-нибудь на большой сцене, да. И у тебя во рту все засыхает. Да, и вот да. Получается, некоторые звуки уже не сможешь, и они вообще не выходят просто. Есть вот, например, горловой бас, я сейчас не знаю, не получится. Ну, давайте попробуем. Вот, сейчас не получится. Вот, у меня все пересохло во рту, и то есть не получится. Там надо выпить воду. Да. Вот. Вот это самое, наверное, обидное, когда ты выступаешь где-нибудь вообще перед людьми. На сцену начали выходить водой. Да, прямо вот с бутылкой ходили, если потому что на всех случаях всегда. Ага, ну вот, а вообще я говорю, в плане битбокса конкуренция-то есть по городу или нет? Ну, молодежь сейчас, вот, ну как молодежь, там школьники в основном спрашивают, научите, там, как это сделать, то вот сейчас оно популярное, вот, только-только, а повзрослее нет, наверное, только вот школьный возраст, вот они интересуются. Просто, да, битбокс это уже как бы не профессия, это просто увлечение, хобби у всех. Если бы сделали бы профессию, да, вот как битбокс, типа, ну, многие бы стали школу бы битбоксерами. Да, школу открыть, там. Курсы. Так, это может быть вообще ваша мечта. Кстати, друзья, мы сегодня обсуждаем тему мечты. Ага. А вот расскажите, о чем вы мечтаете? Ну, моя мечта это поехать куда-нибудь за границу. Не в смысле остаться там, а просто путешествовать. Да. Вот у меня, я сейчас 3-й курс закончил, получается, еще год, через год, наверное, поеду по всему миру. И много друзей у меня в Америке, которые меня ждут уже, приглашают. Вот это моя главная.
главная мечта сейчас. Ага, здорово. Ну, это потрясающая мечта. Многие люди мечтают путешествовать. Я в их числе, пока доехала до Коньков. Но ничего, все впереди. А у вас расскажите ваши мечты. Тоже путешествие. Я хочу тоже путешествовать. Я очень люблю тоже. Ну, а творчество, творческие планы, творческие цели, добиться успеха, не знаю, стать супер-пупер. Ну, охота иногда так, песню записать свою. Не записывали еще, нет? Ни ну, плюсов. Есть, но не очень-то качественные. Просто мы еще там любители пока в этом плане. А охота записать. Текста пишем сами, музыку тоже так получается. Там взяли, тут взяли, тоже придумаем свою. Но пока негде записать просто. Да. И люди говорят, типа, вот классная песня твоя авторская, давай записывай эту песню. А стихи пишете? Стихи, ну, получается, это песня и стихи есть. Ну, понятно, то есть вы их сейчас знаете наизусть и могли бы нам, возможно, прочитать их во втором часе в 12 часов. Ладно, хорошо. Дорогие друзья, я вам сейчас хочу сказать одну важную вещь. Дело в том, что с 11 до 12 будут в эфире программы Рауан у нас Арнур и Аяулым. Мне прямо сейчас нужно прощаться, но ребят таланты отпускать еще не хочется. Поэтому Тимур Тураров и Дасан Киншимбаев вернутся к нам в 12 часов вместе со мной. Здесь мы продолжим вас знакомить с азами битбокса. Также исполним, может быть, несколько треков. Если честно, мне сейчас хотелось ему подпевать, потому что песни я все знаю, но я постеснялась. Надеюсь, мы сейчас отрепетируем что-нибудь и уже споем, конечно же, вместе. И возьмут меня тоже в труппу. Хочу петь. С детства мечтала быть певицей. Ну, а прямо остала, видите, вот работником телевидения. Все, тогда увидимся в 12 часов. Оставайтесь с программой Рауан. С ребятами не прощаемся. Я скоро вернусь.